Здравствуйте! Сегодня я предлагаю вам приготовить вместе со мной необычное и неоднозначное блюдо – тушеные свиные ушки. Подписывайтесь на мой канал и не забывайте ставить лайки. Высказывайте свое мнение в комментариях, это очень помогает продвижению канала. Для приготовления нам понадобятся свиные уши, лук, лавровый лист, перец горошком, соевый соус, зеленый лук и соль по вкусу. Уши хорошо промываем, очищаем и отвариваем до мягкости 1,5-2 часа. За полчаса до конца варки солим, добавляем лавровые листья, перец горошком и очищенную цельную луковицу. Готовые ушки вынимаем из воды и отставляем остывать. Когда они остынут, нарезаем их тонкой соломкой. Перекладываем нарезанные уши в глубокую сковородку. Выливаем к ушам соевый соус и полстакана воды. Тушим на среднем огне, пока вся жидкость не выпарится. Можно посолить по вкусу. Зеленый лук мелко нарезаем. Подаем тушеные свиные ушки, посыпанные зеленым луком. Приятного аппетита!